На 5 полигонах Хатлонской области Таджикистана стартуют 10-дневные военные учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В них будут задействованы свыше 5000 солдат и офицеров, 64 единицы боевой авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. Силен в установленном порядке, в установленное время. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на завершающей стадии учений выполнят боевой пуск по лагерю условных так называемых боевиков, сообщило информационное агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализада. Напомним, что Россия регулярно проводит в Таджикистане учения в рамках сотрудничества по линии ОДКБ. Поводом для проведения подобных мероприятий российской стороной называется некая угроза со стороны Афганистана. Вместе с тем, эксперты называют разговоры о данных угрозах явно надуманными для создания предлога военного присутствия России в Таджикистане.